Наталья Александровна. Божьего Елена Николаевна. Приглашаю на сцену наших первых учителей. По истечении 4 лет первые учителя завершили свою часть эксперимента, в результате чего были сформированы группы лиц, которые достигнут 10-летнего возраста, совершенствуют умение говорить, читать и даже писать. Спасибо за ваш изумительный труд, за искренность, щедрость души без обмана, за то, что хоть годы и годы будут, останется вечно для нас школьной мамой.